Привитос, амигос. Ну что, настало время отправиться добро на бал. Пожаловать, Баклер. Город любви. Баклер все-таки. Или Боклер. Неважно. На бар к мадам княгине. Надеюсь, что магазин, который продает костюмы, работает 24 часа в сутки. Ну, кто-то, может, это Tools and Never Sleep, все такое. Встретиться с Анной Генриеттой. Ага, значит, шматье продают. Шматье продают прямо и направо от главного рынка. Ну, что это такое? Штаны? Кейр? За кого награда? Че, кого там прессуют? Не давайте ему набрать темп. А, за меня награда? А, ну иди возьми. Опа. Бандиты, видимо, действуют по принципу, чем меньше нас останется, тем больше нам достанется. Ох ты, блядь, такая. Ну, сука, свинячий выблядыш, ты посмотри, а. Почему в каждой кодле находится гандон с луком, а? Тад. Я впервые вижу, чтобы у каких-то бичей разбойников еще имена были. Блять, а с факелом что, и блок недоступен, что ли? Ты смотри, гвардеец какой бравый. Ну, не похоже на местных. Дамьен был прав, на меня и правда охотятся. Идет охота на волков, идет охота. Одетый в кожаный тулуп. Я чувствую себя в безопасности. Трупы, одетые в тулупы. Опа. Вы слышали, да, как он срифмовал? Не, ну похоже, только у меня Геральт по-другому пострижен. У меня он моднее. У меня он в капюшоне, ее. Алкогест. Вино эстест. Кто-то им лучшего вина выписал, смотрите, чтобы они в бой пошли смело. Бухлица им. Точно какой-то винодел быкует. Кто у нас эст разливает? Так, надо помедитировать что-то. Передозировка ядами. Эст. Блять, утро так и не настало. Ладно, встретим рассвет в дороге. Хоть раз на рассвет в этой игре посмотреть, а то я всегда его перематываю. Опять вино из теста, вы гляньте, а. Да здравствует фестиваль! Походу, она уже один из тест залутала только что. Ну что ж. Песик. Не, гвар... Сохранять спокойствие! Безобразие не учинять! Гвардеец-то молодец. Видели, как тут же вписался за Геральта? Даже убил одного. В спину, правда, ну и что? Джереми Ланнистер тоже в спину убил. Только уважать, походу, больше стали. Так, кстати, я надеюсь, что костюм мне бесплатно дадут, хотя с чего бы, потому что у меня 600 монеток, больше нет ничего. Тяжко на службе с пустым брюхом. Да, говорят, что можно покрафтить и попродавать то, покрафтить и попродавать это. Я предпочитаю обогащаться легально, без, не пользуясь вот этими непродуманными штуками от разработчиков, а выполняя квесты какие-то, продавая награбленное. Ну, в смысле... Мое почтение победителю турнира! Заслуженно. Вот убиваешь ты какого-нибудь чувака с него, раз, ботиночки выпали, нетоптанные. Все в порядке! Че ты орешь, бля, люди спят, мудак. Я бы его обоссал со второго этажа. Блядь, Тусент, конечно, уникальный город. Тут постоянно синеболы по улице ночами шатаются. Да здравствует княгиня Анна Генриетта! Гиб-гиб, ура, троекратная. Так, прочитать. Портняжная мастерская. Ты славный Геральт из Ривии? Я прав? Нет, я бесславный ублюдок из Квентина Тарантино. Портняшка. Записка. А он не обидится, если я ее читану немножко? А, ее нельзя прочитать. Ему ничего, что в его магазине шматья и ткани ходит чел с факелом. О, вот он. Пьер, походу, спит стоя. Тысяча чертей. Каналья. Что за стиль? Сразу видно. Школа кота. Простите? Ну что тут прощать? Переодеться вам следует и побыстрее. Сейчас меня в такую же хуйту нарядят базаре. Ну проходите. Проходите. Куда проходить? Я уже в магазине. А примерить кое-что? Ну ладно. Покажи, что у тебя. И все-таки за бабло. С превеликим удовольствием.
Ну, выбор-то, ёпты, бля. 300 крон. Элегантный дублет придворного, легкий доспех. Боклерский дублет. Маска. Ну, маска у меня есть, и птица. О, волка у меня маски нет. За 1 крон надо брать. Нильфгаардские штаны. Элегантные боклерские штаны. Элегантные нильфгаардские туфли, нахуй. Элегантные боклерские. Я оденусь как элегантный боклерец. Сука. В кредит не продадите? Дайте мне открыть кредит. Ваши, сука, лавки. Чувак, камон, возьми, купи хотя бы, блядь, я не знаю. Черный порошок, я не знаю, там покрасишь что-нибудь. Мудофил, бля. И меч ему не продать, да? Очки, пенсне 42, блядь. Не, эта броня слишком дорога мне, как... Не знаю, что. Ладно, никуда не уходи. Спасибо. Сейчас пойду аккредитуюсь у этого, у Чинфанели. Укупник покрасился, ёпта. Какое счастье, что через дорогу располагается магазин с доспехами, но здесь, смотрите, неприятный сюрприз. Княжеское семейство. Во-первых, где-то у нее есть князь, ну а даже если он скопытился, то у нее есть уже 2 спиногрыза. И при этом у нее такая фигурище. Учитесь, девочки, вот так вот. Фигуре роды не помеха. Луки. Здравствуй. До меня дошли слухи о вашей великой отваге. А потому... Деньги, хоть бы деньги, хоть бы деньги, дайте деньги. 100 крон. Отлично. Я бы взглянул... Интересно, с чего бы продавцу магазина... Продавцу брони давать мне бабло. Странный мэн. Ну, пожалуйста, ну купи ты чего-нибудь. О, прочее. Смотри, короче, у меня есть... Вот эта хуйня. Ксеновокс какой-то. Талисман, блядь. Благовоние. Шишка. Этот вон. Шпунт. Фиштехна. Занюхаешь. Золотое блюдо тоже денег стоит. Мясо гниющее вообще раритет. Не знаю, зачем он у меня его купил. Трубка, сетка, весло, фиал. Свиная шкура, медвежья шкура. Цветочки, вот это говно, рапан, блядь. Что это такое, еще какая-то хуйня. Я все равно больше крафтить, походу, уже ничего не буду. Черепа. Все, я, в принципе, ой, блин. Нельзя как-нибудь даже все продать ему. Записки 2. Мусор. Ничего себе, мусор, ложка золотая. Чернильница, кубок серебряный, все, пошел в жопу, мне денег хватает. Можно вообще все продать, удачи, и мне хватит рыбец. Тогда еще и эту виллу мою отстроить. Кстати, мне уже там привезли мою топовую кровать, наверное, за... 1000 крон. Надо зайти посмотреть, что это за великолепие такое. Наверное, это с балдахином. Кровать, наверное, Екатерины Великой, бля. В Баклере все спокойно. Да залепи ты дуло. Пьер. Все модельеры почему-то раковские. Вы заметили, что все не геи? Может, не все, но... Ну, наверное, все. Дольче и Габбана, вон так точно. Спасибо. К вашим услугам. А этот что? Зверев натурал, что ли, типа? А Зайцеслав Яйцев этот, это вообще? Дополнительно надеть костюм. Ну, давайте я его здесь надену, но есть хороший шанс опиздюлиться по дороге к Анри-Генериете в этом... В этом модном наряде. Перчатки что, снять надо? Там модные нильфгаардские перчатки разве продавались? Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк. Ры-ры-ры. О, вот так вот будет круче. Она типа княгиня, а я такой король. Князь, ёпта. Еп ты, князь.
Все, идем мутить с княгиней. А вот, кстати, и рассвет, смотрите, настает. Вот небо посерело, посветлело. На бал, на бал. Ну, подумаешь, дети, ну и что? Я уже примериваю, как Геральта в княжество пристроить. Пивнуха тут по дороге. Добре возвращается! Не пропустите! А, это этот. Продавец яиц. Реджинальд Обре у него возвращается. Лавка травника. Что она тут делает? Бигуди. А, вот. Я жду, маски для лица покупает. Может, она красной шапочкой оделась, я тогда волчью маску нацеплю. Опаздывает. Почему меня это не удивляет? Да тебя вообще ничего не удивляет. Опаздывает, удивляет, не опаздывает, не удивляет. Хуя, уже стемнело, бля. Я что, сутки тут сижу, что ли? Платье, сделанное из штор и занавесок. Вау. Ну и ну. Не думала, что у тебя такое чувство стиля. Сам в шоке. Ну, Геральт, ты правда неплохо выглядишь. Даже маска есть. Только не такая, как надо. Блять, а какая надо-то? Да. У членов Мандрагоры они немного другие. Я захватила для тебя маску. Надевай. Маски я люблю. Ебать. Не, ну в такой Дианте Уайлдер, по-моему, на бокс выходит, нет? Зачем они носят маски? Может, это тут... Зачем они носят эти Может, маски? Может, тут блядство, разврат и проституция? Думает, что это романтично и таинственно. И потом под маской труднее узнать, кто, напившись, начал пощипывать молодых артистов. Блять, что тут стесняться? Вот артистов бы начал пощипывать. Да-да-да. Пойдем. Уже все началось. Ты молодец, что убрал оружие. Иначе нас бы даже на порог не пустили. Оно само растворилось где-то между моих лопаток. Сейчас посмотрим. Кто там сегодня патимейкер-то, ёпта? Диджей хуй знает, кто такой. Посмотрите этот вирусный ролик, если не видели. Главное его не спугнуть. Лучше спрашивать про его партнершу, Сесилию. Это не вызовет подозрения. Найдем ее, найдем и его. При том, что он может нас поджидать. О чем ты? В городе я наткнулся на его головорезов. Они охотились на меня. Ты прав. Мы должны быть осторожны. Пойдем. Вы не могли Ваша надеть очередь. Такие маски, под которыми вас вот не узнают? Например, у Геральта, чтобы волосы, блядь, из-под нее не торчали. Милостивая государыня! Милостивый государь! Приветствую вас на приеме! Блядь, он в такой же маске пришел. Сегодняшним вечером вашему особому вниманию рекомендую зрелище, подготовленное артистами из нашего общества. Давай контрамарку ставь, и мы пошли. О, что за зрелище? Может, там жопой кто покрутит? Расскажите нам об этих зрелищах. В этот вечер Мандрагора имеет честь представить три великолепных выступления. Первым был концерт Сесилии Беланте. Был? Певицы, чей голос завораживает, как грани бриллианта. К сожалению, ее выступление уже закончилось. Жаль. Мы очень хотели послушать. Да. К счастью, вы успели на показ великого Калести, мастера визуальной иллюзии. Он прибыл к нам из самого далекого Афира. Ой, знаю я одного. Иллюзии. Интересно. От медведя там в лесу бегал. Третий и четвертый, поскольку их двое. Речь о братьях Тувинах. Они представят свою новейшую пантомиму. Пантомиму? Блять, Харламов с Батрухой что ли чешут? Нам бы очень хотелось встретить Сесилию Беланте. Кстати, если вы обратите внимание, у княгини периодически сиськи подергиваются почему-то. Они так подпрыгивают. Не одна возможность с ней поговорить. В этой толпе будет непросто ее найти. Может, подскажете, где ее искать? Хм,
Я не знаю, где она сейчас, но дам вам совет. Мы слушаем. Ищите Коверскую орхидею. То есть? У Сесилии она вплетена в волосы. По этой орхидее вы узнаете ее без труда. Ну и ну. А Лютик говорит, что художники еле сводят концы с концами. Ага, гейские концы с концами сводят и на этом зарабатывают. Этот особняк не принадлежит никому из них. Они здесь гости. Хозяйка особняка Ариана. Женщина в черном платье. Вон, на балконе. Вижу. Она без маски? Это не имело бы смысла. Все равно все бы ее узнали. И страшно. Надо искать орхидею. Найдем Сесилию, найдем и центрийца. Да, остальные маски. Если ты не хочешь, чтобы тебя узнали, маску сварочника одевай, блядь. Потому что под этой маской, ну, блядь. Я всегда не понимал, кто те долбоебы, которые не могут узнать Зорро, бля, в маске. Не, ну, конечно, с другой стороны, есть такие долбоебы, которые не узнают Супермена, когда он очки надевает. Вот это вообще, бля, типичное. Прошу вас, не мешайте. Одно неверное движение, и все мои труды на смарку. И что ты делаешь? Выдалбливаешь пантеру из камней? Я только что увидел опять его булки. Давай, Геральт, покажи, какой из тебя художник. Бросай в холст шарики с краской. А, я умею, давай. Блять, я ничего не вижу. А, или должно быть темно. Или что, или... А, медитация недоступна. Так что... У меня черника с собой. Каждый может быть художником. Дамы и господа, еще одна душа желает излиться в творчестве. Парадигмы, херогигмы. Ты современное искусство? Тише. Художник должен сосредоточиться. Кажется, я понял. Это санскритур. Плебей, это же не пейзаж. Это манифестация души художника. Какой нахуй санскритур? Это сраная клякса. Да, вот он правильно говорит. Чувак, фестиваль красок объявляю открытым! А, бля, в него не бросить. Хуйня какая-то. А как? Блядь. Как? Я вот вообще-то на нижнюю нажал, а мне... Шар синий краски. Если вам надоели эти краски, бросьте их в ведро и выберите другие. А, в ведро надо бросить. Чтобы освободить тончайшую душу камня, сейчас. Великая точность. С желтой краской, но я... Такая маза, что я какую-то краску просрал в самом начале. Почему желтый? Это же очевидно. Потому что Украина. Это воплощение трансгрессии. Если вам надоели эти краски, бросьте их в ведро и выберите другие. Прошу вас, не мешайте. Одно неверное движение, и все мои труды на смарку. Если вам надоели эти краски, бросьте их в ведро и выберите другие. Вот это, собственно, картина 9 из 15. Так, ну, зеленого цвета во флаге нету у них, но... Что за зелень? Ой, яркая, как виноградная лоза. За винодельни и за вино! Однозначно Портос. Ха, уже видна композиция. Да. Да, наверняка выйдет шедевр. Такое чувство, что я с красной краской, а вот... Символ Ой, трагедии. Я вижу губы. Полные, чувственно приоткрытые. Половые губы. А почему один я бросаю эти ссаные шарики? Ну. Оля, теперь позвольте мне поразмыслить над интерпретацией. За сколько я могу продать этот кусок дерьма? Эта картина отражает дуализм души. Постоянную борьбу добра со злом и бунт. О, да. В этом он весь. Борьба добра со злом. Дуализм. Ай, Анна Генриетта, вам лишь бы подъябывать. Идите нарисуйте что получше. Что-то музыка тут совсем разошлась. Человек. И бунт. И бунт. Я такой и бунт, Анна Генриетта. А вот вам и квест как-то со свадьбы. Абсент. Напиток художников. Да. Осторожно. Он сильно ударяет в голову.
А, я понеслась. Таким вещам. Эй, блядь, люди, вы видели мою картину? А что, все? Это абсент? Это абсент разбодять Джонни Мачо. И что они делают? Они тянут невидимый канат. Блядь, какое развлечение. Где мой факел? Ударный болт. Сейчас я им ударным болтом. Если они не смогут договориться... Потянуть? Давай, я тоже потяну. Сейчас я покажу, как надо тянуть воображаемые канаты. Хе-хе-хе, смотрите, какие все счастливы просто. Пошли, Анна Генриетта. Сейчас еще абсенту и кому-нибудь еблище набьем. Чтоб, ну как на свадьбе. Чтоб, ну как в жизни. Опачки, опачки. Пойдем это, музыку закажем. Эй, оркестр, давай что массовое, стильное, современное, молодежное. Эй, бэйби, брейки, ты косичка, мини-юбка, кепка. Этот трек не для тверка, дай похрен, дискотека. Дискотека, 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 дискотека. Это дискотека века. Эй, диджей, эй, битмейкер, эй, уличный денсер. Ну ладно, понятно, пьянчушка. Пьянчушка, кто пьянчушку-то сюда пустил? Краска — лишь отражение размышлений над природой бытия. Она несущественна. Дополнительно поучаствовать. Надо выполнить все дополнительное. Только в таких случаях Геральту обычно перепадает. Посмотри на мага. Он, кажется, накладывает какие-то чары. Да, сейчас посмотрим. Некий Калести. Колобакиста, собежки, пешки, ха! Мой медальон не вибрирует. А, да, это маг. Ух ты. Мой друид из Диабло круче кастовать умел. Жаль, тут Йеннифер нету. Эти дельфины, это не просто иллюзия. Он настоящий художник. Да, впечатляет. Да, да. Видел я тут одного художника недавно, фаерболы в меня бросал. Позволю себе напомнить, что ты тоже не... Такой изобретатель. Сердце не вмещает такой красоты. Смотри, фонарики. Ой. Кажется, их полет приносит счастье. Рапунцель! Давай, запустим фонарик. Ну ладно, попробуем. Пинк. Эй, мы должны его вдвоем пускать. Что ты веришь в такие вещи? Да плевать мне на такие вещи. Бесплатный китайский фонарик, чё бы не стартануть. В Питере, блядь, летом каждый день, походу, ночью собираются на массовом поле где-нибудь толпа счастливых обладателей китайского фонарика и начинают их пускать туда кучей. Я представляю, как они потом с неба падают кому-нибудь на бошку так пачками. Висят потом на деревьях, на всяких. Грязные в говне. Вот такая вот красота. Все фонарики стартану. Вон они, смотрите, летают. Летают до сих пор. Приколюха. Вот что значит, когда на движке игры можно делать все. Пойду дельфинов распугая. Ну шо, блядь. Да, Сарику можно. Можно прям пройти. Я докажу вам, что в меня стоит. Ой-ой-ой. Собираешься это сделать? После приема я устрою для вас представление. Ой-ой-ой. О, моя дорогая, я чувствую в тебе дар убеждения. Мы бы хотели остаться. Так, ну-ка, пошел нахуй отсюда. У меня тоже деньги есть, слышишь? У меня вообще... У меня, знаешь, сколько? Я тебе замеценирую, блядь. Ну, кошелек не взял, но у меня мы есть еще там 300 крон. Да мне похуй, дрочи, иди, что тут занято. Ну, я какая-то, мы она, блядь... Мы хотели остаться одни, покиньте. Слышь, чувак, еще слово, я... А, у тебя и так маска красная, да? Ну, хорошо, незаметно будет. Ладно, у меня княгиня что есть. Что касается? Мне нахрен эта чмошница не всралась. Гламария. Избавитель краски. О, да отсюда можно выйти богаче, чем пришел, ты посмотри.
Княгиня не против, что я тут крысятничаю? Должна была выступать не Сесилия, а... Это точно оригинал? Мой заказ... Уйдите, пожалуйста. Ебало, завалил. Соли, перец, серебряные приборы. Бля, какие-то фроси тут. Это явно не Сесилия никакая. У них, конечно, Сесилии здоровые, но... Тут все заперто. Так, нам туда, значит. Или нам наверх вообще надо? Зриснули все. Блять, убрали нахрен свою загрузку отсюда. Оу. Не мешайте! Не мешайте! Пшел в жопу, мудак. Ага. Цветок подходит. Да, сиськи тоже подходят. Орхидея прекрасно оттеняет цвет кожи. Я сейчас твой цвет кожи, блядь, пиздаками оттеню, ёпта. Модели, это займет всего минуту. Ко мне? В синяках не будешь. Не двигайтесь. Ходить? Можете разговаривать, но прошу, не двигайтесь. А эту бабёнку не смутишь. Так, надо сыпануть комплимент. Но вдруг с книги бы не выйдет. Ну. Замечательный. Подход. Я всегда предпочитаю план Б иметь. Узнаю эту манеру. На всякий случай. Это же Дориан Велес. Милостивая государыня слышала обо мне? Как ты, блядь, узнал государыню? Я слышала, что сама Анна Генриетта хотела пригласить вас написать ее портрет. Сиськи свои, блядь, показывать. Да, в свое время ко мне обращался придворный камергер, но он отверг мои условия. А что пошло не так? Узнав, что я пишу исключительно обнаженную натуру, он прервал все переговоры. Говорил, не решится оскорбить ее сиятельство таким предложением. А я всегда хотел ее написать. Так жаль. Думаю, ты вам чё? Еще представится такая возможность. Шлюха! Да я тебя нарисую, я тоже вон шарики с водой, эти, с краской пуляю, я художник больших и малых. Мы пришли сюда, чтобы встретиться с вами. Со мной? Но зачем? Расскажите о центрийском дворянине, с которым вы сюда пришли. Центрийском дворянине? А, вы думаете, я Сесилия? Ну, глядя на твои Сесилии, я об этом только и думаю. Толку орхидея. Я же говорил, не двигайтесь! Да заткни ты, ебало. После выступления Сесилия бросила цветок в толпу, и я его поймала, но я видела этого дворянина. Ой, блядь. Нам очень нужно с ним поговорить. Как он выглядел? Как все. Высокий брюнет в маске. Вы знаете, где он сейчас? Он вручил Сесилии подарок, такую коробочку в форме сердца, и потом они пошли к столам с угощением. Милостивые господа, так невозможно работать. Оставьте нас. Правильно. Выебать не можешь, хоть рисуй. Это, знаете, сидит, как будто по трубке разговаривает, смотрите. Блядь, да что тут все такие борзые, это что они пихаются? Пьяный. С утра венцо, довольное лицо. Народная баклерская мудрость. Позволю себе напомнить, что ты тоже не... Рассосались нахуй все с дороги, козлы. Эту скульптуру я назвал Терзание Бестии. Она отражает... Терзание Бестии. Так, записочка, смотрите. Ага. Любовное письмо на салфетке. Взгляни. Лаура, любовь моя, лучик солнца на небосводе моей жизни. Буду говорить прямо от всего сердца. Неделями шалю я по твоему адресу вкрадчивые взоры, тая в глубине души надежду, что равный ты питаешь ко мне хотя бы тень расположения. Я долго набирался смелости, чтобы открыть тебе мое чувство, и наверняка до этого до сих пор бы не дошло, если бы только не появилось ни на сегодняшнем приеме в обществе этого дамского угодника, гуляки и претензиозного рифмоплета Альфонса де Резиде. Лишь только я увидел, что этот халыщ за тобой волочится, как немедленно решился реагировать. Ничего ты, спецназовец, быстрого реагирования. Схватил я
Чего? А, схватил я в руку лучшее свое оружие, то есть перо. И под ребра ему, пидорасу, под ребра, блядь. Так, схватил я, значит, перо и художественное слово. И пишу тебе это письмо. Прости, что на салфетке, и в нее я до этого сморкался, и слюни вообще вытирал. Но у меня не было под рукой ничего более подходящего. О, чудеснейшее, не верь ни слову из этих, ни слову из тех, что нашептывает тебе этот человек. Скользкий, словно уж, и равно же ядовитый. Отринь его авансы. Отринь его авансы. Отринь его авансы и позволь мне самому ходить с тобою под руку. Кормить тебя виноградом, освещать твое небо фейерверком своего счастья. Навсегда твой Фабьен. Бля, Фабьен, блядь. Фабьен, походу, сегодня будет Дуню Кулакову, блядь, под ручку водить. Нужно освободиться. Милая моя, солнышко весной. Гармония. Кто оставил Лютню? Она похожа на ту, что у Лютика. Его было с трещинами. Кто-то когда-то его этой лютней приложил. Пустая коробочка в форме сердца. Должно быть, ее здесь оставила Сесилия. Похоже на коробку от духов. Наверное, это подарок от центрицы. Запах все еще чувствуется. Пойдем. Свиной фарш? Медовый сот и гриб? Но это все хилки, надо брать. Так люди искусства подслащают себе горечь существования. Да. Даже говорить об этом не буду. Да хули тут скажешь, одни наркоманы. Что? Зачатие Эдуарда? Нужно освободиться от оков формы. Переступить. Так вот как и Эдиков делают. Ну да. Че еще? Первые шаги Матильды? Но я вижу здесь какую-то корову или лошадь. Лошадиная нога, вон и коровья. Да. Ну и топ-картина этого дня. Блять, а что, картину с Геральтом сюда не притащили? Рождение Людовика. Это надо было назвать «Убийство Людвига» из «Бладборн». И всю картину в кровище испиздёкать. Нужно освободиться от оков формы. Да. Приступить границы познания. Фиштиков ебать нужно, мы ж художники. Сухофрукты, орехи. Поскольку этот, вот этот, all-inclusive, надо в карманы все набрать. Переступить границы познания. Очень образный. Так, мадам, не машите передо мной своими ветками. Невежда. Так. И куда это у нас тут они пошли? Сейчас он ей где-то, наверное, прессовывает тут за углом. Я базарю. После таких писем... А, это не он писал. Ну, тем более. Сесилия пускала фонарики. А если он не придет? Ну, все точно. Фонарики пустили, твоя баба. В любой непонятной ситуации в виде тёлку пускать любовные фонарики. Так, F5 нах. Охранник. Ну все, там точно шпилевиллинг идет уже. Единственное, я нихуя не вижу. Так темно здесь, просто жесть. Мне жаль. Вход только для членов Мандрагоры. Пойдем. Что-нибудь придумаем. Да давай ему поеб... Я везде узнаю этот голос. Вы... Должно быть, перепутали меня с кем-то. Я 15 лет служил во дворце. Ваша милость, я вас ни с кем не перепутаю. Чш, не так громко. Мы здесь инкогнито. Это дело государственной важности. Так точно. Чем я могу вам служить? А чё ты уволился с дворца? Мы ищем Сесилию Беланте. Не видел её? Она в гримерной. Пришла в компании какого-то дворянина. У них явно... Что-то между ними явно было. Как он выглядел? Высокий, широк в плечах. Из-под маски была видна черная борода. Говорил с иноземным акцентом. Ну, вот так растягивал. Вот так растягивал. Наверняка он. Нам нужно в ее гримерную. Как можно скорее. Может, он с Урала? Да, там я тоже все растягивают вроде. Оставайся здесь, а если кто-то попытается бежать, задержи его. Так точно.
Ух, служивый, молодец, родина тебе. Наверх. Не забудет. Быстро наверх, подожди, я иду по следу. Давайте сначала зайдем в неправильную дверь. Сука. Я все, может, хочу посмотреть, может, кого-нибудь вот это. Это, видимо, Сесилия. Видимо, и гланды вырезали. Пульса нет. Мы опоздали. Чё за хуй? Он перерезал ей горло. Животное. А зачем? Через дверь он не выходил. Стражник бы его заметил. Возможно, он еще здесь. А может, он архивампир? Найди его, пока он не причинил вреда кому-то еще. Я сейчас же уведомлю Ариану. Пусть закончит прием. Нам нельзя разделяться. Геральт, я справлюсь. Беги за преступником, а я приведу помощь. Какую нахуй помощь? Кому она, блин, нужна? Блять, и что такого Сесилия, интересно, сделала, что ее кончелыжнули тут таким пошлым образом? Он убил ее и вышел на балкон. Подышать. Может, у него только на трупы встает, я помню. В 90-е был какой-то такой маньяк, который только трупы мог жарить. Кровавый отпечаток руки, это он. Криминальная Россия, ёпта. Ловко. Выбил дверь и сделал из нее помост. А он сильный. Открывая дверь, разбил горшок, затем наступил в землю. Да, и земля. И шел он, сука, мелкими семенильными шажками. Он забрался по этой лесенке. Интересно, что же это за хер такой? Бородач. Бородач. Он может быть совсем рядом. Александр Родионович Бородач. Центриец. Следы крови. Да, из чего она тут налилась-то? Звенья разорванной цепочки. Наверное, на ней висела драгоценность. Шкатулка с выломанным замком. Похоже, ее вскрыли отмычкой. И чей это офис-то? Это офис хозяйки помещения, по-моему. Звенья разорванной нахуй цепочки. Цепь справа, медальон. Наверное, на ней висела драгоценность. Затупок, блять. Взять, причем, смотрите. Наверное, вор пришел за этим камнем. На нем кровавый отпечаток пальца. А чё ж он его не забрал? Там лежат звенья цепочки, как от разорванного ожерелья. Видимо, завязалась драка. Ну, блядь. Ну, осмотреть, заебал. Светильник погнут и вымазан в крови. Кто-то пытался за него схватиться? Кого-то катапультировали отсюда. Кто-то выпал из окна. Выпадая из окна, оглянись по сторонам. Заебись. По сторонам. Похоже, вещь ценная. Но он пришел не за этим. Мы уже поняли, зачем он пришел. Опа. Украшенный охотничий нож. Стерильный охотничий нож. Должно быть, его выронили во время схватки. Чей портрет? Кажется, драгоценность была в шкатулке. Центриц собирался ее взять, но кто-то ему помешал. Завязалась схватка, и в итоге кто-то выпал из окна. Он должен был разбиться. Драгоценность все еще здесь, значит, этим кем-то был сам центриц. Центрица аннигилировали? Так это следователь. Ведьмак, верно? Следователь. Да. Меня аж передернуло, блядь. Мы вместе обнаружили тело. А затем он пошел по следу убийцы. И попал сюда. Но здесь я нашел только следы борьбы. Кажется, с последней жертвой центриец не справился. Жаль только, Сесилии это уже не поможет. Не нравится мне эта красноволосая бедная баба. Бедная девушка. Я всегда говорил ей, что она выбирает не тех мужчин. Но я подумать не могла, что она приведет сюда убийцу.
Я скажу прислуге, пусть сейчас займутся ее телом. Мы же давайте присядем, и я расскажу вам все в подробностях. У нее тоже сиськи дергаются, обратите. Между кадрами как-то странно. О, какая композиция. Девушки показывают, какой должен быть шум. Я застала его за кражей. Он рылся в моих вещах, выискивая ценности. И что? Ты вызвала стражу? Нет. У меня не было времени. Он же мог сбежать. Он как раз стоял ко мне спиной, так что я напала сама. Он ударился головой о раму картины. У него хлынула кровь, он был в бешенстве. Вытащил нож. А потом все пронеслось, как в тумане. Я сумела выбить у него нож, оттолкнула его, а он... Чего? Выпал из окна. Выбила нож? Как? Именно так. Значит, когда вы вошли в комнату, этот человек воровал ваши вещи. Он стоял над моим туалетным столиком и нюхал мои стринги. Он пришел за этой вещицей. Я нашел ее здесь же. Но это же сердце Тусента. Ариана, откуда оно у тебя? Я купила его много лет назад. У какой-то молодой женщины. А что за сердце Тусента? Почему это украшение так важно? Сердце годами принадлежало моей семье. Потом оно пропало. Вот уж не думала, что оно найдется. Похоже, кто-то очень хотел его найти. Вор оставил сумку с инструментами, а внутри был этот рисунок. Взгляните. И чё? Сердце Тусента очень точно нарисовано. Центрийц работал на заказ и отлично знал, что ищет. А Сесилию-то убивать нахрена было? Я вообще что-то не понял. То есть мы ищем не его, а его заказчика? Это наша единственная улика? Есть еще оружие, с которым он напал на Ариану. Охотничий нож для свежевания дичи. На рукояти какой-то герб. Это родовой герб Дунтыны. Хозяин этого замка – страстный охотник. Может быть, пойдем по этому следу? Да, и, блядь, он дал ему свой нож, короче, а этот его выронил, и что? Да, так не бывает, фуфло полное. И да, я знаю, какой-нибудь школьник еще сейчас подумал, а что Геральт, зачем он оставляет свои отпечатки пальцев на ноже? Ариана, надеюсь, что все, что здесь было сказано, вы сохраните в тайне. Если станет известно, что кража закончилась неудачей, то заказчик может от нас уйти. Так что надо действовать осторожно. Молчание важно для всех нас. Я не спрашиваю о ваших делах, но надеюсь, что и меня больше никто не будет беспокоить. Да, сердце Синдра заберем. Прошу меня простить. Госпожа Ариана, можно вас на два слова? Простите, я на минуту. На два слова. Что ты думаешь об этой Ариане? На свете мало людей, в чьем присутствии я ощущаю беспокойство, но рядом с ней мне становится не по себе. Рисунок сделан на той же бумаге, на которой написаны имена жертв вампира. Его нарисовали теми же чернилами. Похоже, это работа наших шантажистов. Значит, они заставили бестию убивать. А кроме того, украли Сангриаль и попытались добыть сердце Тусента. И вино, и драгоценность напрямую связаны с тобой. Что-то мне не верится, что это случайность. Я бы сказал, что следующей частью плана может стать покушение на твою жизнь. Это может быть кое-что другое. Ну давай уже, просвещай. Среди заговорщиков может быть моя сестра, Сиана. Она помоложе ее или постарше? Ее отлучили от двора, когда мы были еще детьми. Мои родители ее изгнали. С тех пор я ее не видела. И за что так можно было поступить? Почему твою сестру изгнали? Сиана была
проклята. Твои родители столкнулись с чародеем? Нет. Она родилась в дурной час. Говорили, ее коснулось проклятие черного солнца. Геральт, скажи, это правда? Люди могут быть злыми только потому, что родились не в ту лунную фазу. В случае с черным солнцем возможно. А может, все потому, что к ним с самого рождения относятся как к прокаженным. Наверное, ей было нелегко. Она была зла на весь свет. Чувствовала себя хуже других, но скрывала это под маской самоуверенности и наглости. Она бывала жестокой. Помню один такой случай. Она внушила Седрику де Кульберу, что во сне она может предвидеть будущее. Мы были еще детьми, а брат Седрика был в меня влюблен. Это было невинное детство. Седрика. Может, Седрика? Сиана об этом знала. Она сказала Седрику, будто ей приснилось. Блять, актер озвучки просто от бога. От рук собственного брата. Может, в Гарри Поттере тоже Седрик был не Седрик Диггори, а Седрик. И зарубил брата. Она загубила этой шуткой две жизни. Седрик не простил себя по сей день. А вот теперь Седрик сказала. В конце концов, ей пришлось покинуть дворец много лет назад. И все это время я тосковала по ней. Да-да, охотно верю в твою тоску. Почему ты думаешь, что твоя сестра замешана в этом? Понимаешь, она всегда была собственницей. Она всегда завидовала, если у меня было что-то, чего она не получила. Ну надо же, какая редкость. Так всегда бывает между сестрами. Во-во. Верно. Я ведь тоже в долгу не оставалась. Иногда мне очень ее не хватает. А сколько ей-то лет? Кража моего вина была первой уликой. Это очень в ее стиле. Она любила утереть мне нос. И я окончательно убедилась после сердца Тусента. Она получила его в подарок от отца. В те времена, когда родители считали, что она просто непослушная девочка. Если кто-то захотел сначала получить мое вино, а после украсть фамильную драгоценность, то это, скорее всего, была моя сестра. Причудливое желание опальной княжны. Похоже на правду. Твоя миссия обретает новое значение. Отправляйся в Дунтыны, и если Сиана все еще там, найди ее. Несмотря на то, что она сделала, волос не должен упасть с ее головы. И ты позаботишься об этом. Это... А что? Ну... Не. Ну, а если она там будет, то что мне с ней, блядь, серьезный разговор провести, что ли? Или что? Что, знаешь, волос не должен упасть? Бля, Геральт, в натуре надо его перестричь. Уебанок какой-то. Если она там, я найду ее. Очень на это надеюсь. Я хочу с ней поговорить, как сестра с сестрой. Ваша милость, Геральт, я хотела вам представить... Регис, какой сюрприз! Я не знала, что Детлов. Ты в Клере. А это... А это бестия. Мой близкий друг, знакомьтесь. Детлов Вандер Эретайн. Он прибыл из Назаира. Мы вместе помогаем присутствующему здесь ведьмаку. Ах, вот как. Но что вы делаете здесь, у Арианы? Они заглянули ко мне, решив устроить сюрприз, и я пригласила Региса на бокал вина. Мы знакомы очень-очень давно. Попиливает ее, что ли, Регис? Кажется, вы двое тоже старые знакомые и даже друзья. Я вижу, ты удивлена? Никогда не допустила бы мысли, что Регис найдет общий язык с... ведьмаком. С тобой же ведьмой нашел. Обмануть, дорогая. Геральт истинный кладезь достоинств. Только он скрывает их от мира. Помнится, вы говорили, что помогаете ему с заказом. Подозреваю, что речь идет о бестии. Мастер-ведьмак, может, вы развеете мое любопытство? Каково это стоять лицом к лицу с чудовищем, когда есть только два выхода? Убить или быть убитым? Я вовсе не на каждое чудовище бросаюсь с мечом.
С некоторыми достаточно просто поговорить. Но с мечом надежнее и веселее, интересно, как правило. Что такой монстр захотел бы тебе сказать. Может, попросил бы прощения. Да нахуй иди. За что же монстру просить прощения у ведьмака? Это сценка в стиле за Тарантино. То, что убивал. Однако порой у монстров нет выбора. Особенно, если надо защищать близких. Ну, я хуй знает. С людьми все то же самое. Иногда ты вынужден убивать. Ты это понимаешь. Наверное, поэтому ты друг Региса. Какой у него баритончик, обалдеть. Ты бы предпочел помочь чудовищу, а не убивать его. Да, если это возможно. По крайней мере, я бы попытался. Довольно разговоров о ведьмачьем ремесле. Регис упоминал, что ты родом из Назаира. Я была там в детстве. Княгиня внезапно отупела, блядь, и не прочитала этот диалог. Великолепные. Я помню, я была в восторге от местной моды. Больше всего мне нравились эти платья с глубокими разрезами. Да-да, похуй, бестии, убийства. Будем платья обсуждать. Я пошлю в погреб за новой бутылкой. Позвольте, я схожу. Регис, ты мне поможешь? Ты разбираешься в винах гораздо лучше меня. Сейчас вернемся. Регис, неси распятие. Невероятная беседа, ты не находишь? Вампиры, ведьмак и княгиня Тусента. Весьма, Регис, весьма невероятная. Надо поговорить. Ты с ума сошел? Ты привел сюда Детлофа. Геральт, позволь, я тебе объясню. Это я тебе сейчас объясню. Он опасен, а ты взялся за ним следить. Дорогой мой, именно это я и делаю. Детлоф верит, что ты выполнишь задание и никого больше не убьет. Как и с его стороны, блядь. В его руки не попадут люди, похитившие Рену. Это Риана. Она правда твоя подруга? Ей можно доверять? Мы познакомились давным-давно. Еще до знакомства с тобой. И до того, как она села в Баклере. Я ее много лет не видел. Я тебе про нее расскажу. Но при более удобном случае. Слушай меня внимательно. Мне удалось узнать, где шантажисты. Они сидят в замке Дунтынны. Замечательно. Если они там, то и Рена там же. Княгиня подозревает, что в этом деле замешана ее давно пропавшая сестра. Возможно, она связана с шантажистами. То есть теперь ты должен вытащить оттуда двух девушек? Именно поэтому нельзя рассказывать об этом Детлофу. Он жаждет мести. Геральт, поверь мне, я могу на него... Нет, Регис, мы не можем рисковать. Задержи Детлофа, а я отправлюсь в Дунтынны. Один? Один. Потому что тогда я буду уверен, что ни с кем ничего не случится. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ладно, я займусь Детлофом. Удачи, мой друг. Чудесно, Детлоф. Я рада, что ты напомнил мне об этом. О, а вот и вы. Долго же вы ходили. Выбор вина вовсе не такая легкая вещь, как кажется. Особенно, если пить его предстоит столь известным дамам. Да, а принести мы можем только одну бутылку. Галантин. Тем более я сожалею, что не допью с вами эту бутылку. Обязанности зовут. Ваша милость, было очень приятно. Благодарю за помощь. Она забей, давай бухать. Геральт, ты меня проводишь? До самой спальни, княгиня, до самой спальни. Завидуй, лох. Тоже, блядь, Ван Хельсинг выискался. Вы посмотрите на этот плащ. Должна признать, у тебя необычные друзья. Это Детлоф, весьма загадочный человек. Я не очень хорошо его знаю. Он рассказывал о себе? Немного. Но я чувствую, каковы люди на самом деле.
Иначе я не выжила бы при дворе и неделе. И какой он? Чувствительный, грустный. Носит в себе какую-то трагедию. Но это хороший человек, только потерянный. Потому и кажется таким мрачным. Не ожидал, что сегодняшний вечер закончится вот так. Это правда. Но я вытащила тебя не на романтическую прогулку. Я хотела убедиться, что ты знаешь, что тебе делать. Знаю. Я отправляюсь в Дунтыны. Не на прогулку. Тебе помогут мои гвардейцы. Они будут ждать тебя на мельнице графа Делакруа. Это на реке Санс-Ретур, недалеко от корчмы Куралиск. Дамьен и его люди будут ждать тебя в полночь. Вместе вы атакуете замок. Атаковать? Без разведки? Не узнать даже, что там, кто-то не там. Да нахрен, и так пойдет. Да, княгине, походу, влупить не судьба. Да, о, статья Сиана, давайте-ка посмотрим. Где тут бестиарий? Валак. Существо. Аннабель, Анна Генриетта, Безумец. Варнава Базильф. Вивиена де Табрис. Какая тетя? А, это та, которая... Ага. 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 Так, в жопу, как там, где, как ее звали, Симас, что? Ой, какая тетя. Она похожа на эту, на девочку из мультсериала Битлджус. Это что за обмудок? А, я его убивал, по-моему, эльф. Ой-ой-ой-ой. Чародейка. Незнакомец, Аберон. Ориана. Сиана. Ну, что ж, она, по крайней мере, ну, вроде такая стройненькая, и волосы у нее короткие. Нормально. Нам она пойдет. Эритайн. А в голове-то у меня еще шумит после вчерашнего. Новая статья от персонажа Арианы. Оп-оп-оп. И мне дали левел ап. Ну, ладно, прокачка. И визит... Чудовищное бестие совершило новое... Как новое убийство? Иран пал жертвой собственной трусости. Бестие Коклера нанесла новый удар. Пирак Пиран умер неделю назад. Нахуй ты свои старые новости орешь, осел. Блять, куда надо убежать, чтобы его не слышать? Бедная горожанка. У нее есть бочка с водой, она не так уж и бедна. Ладно, короче, продолжение следует. Не знаю, может, говорящую плотву посмотрим в следующей серии, может. А может, еще что-нибудь. А может, и сиськи увидим. Ха. Ладно, короче, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, что... О, все. Пишите, жмите, все дела. Какие пейзажи, ёпта.